если так совсем по-честному, гоняться за джекпотом — это не самая лучшая идея. Вообще. Имеется в виду, когда вот вы смотрите и думаете, так, вот он должен скоро упасть, сейчас вот я, вот сейчас я его, вот сейчас я его. Обычно это заканчивается очень плачевно. Поэтому джекпот — это как некий дополнительный стимул, некий бонус, нечто такое, что приносит какой-то неожиданный фан. Но вот именно, что неожиданный, то есть садиться играть ради того, чтобы поймать джекпот — это стратегия, ведущая в никуда. Играть. Самый короткий ответ — играть. Бином Ньютона не открою, что, допустим, если вы видите, что на табло, что джекпот где-то у своего порогового значения, да, то, понятно, некий шанс выиграть выше, чем если он там в начале каком-то. Но таких умных, как вы, тоже будет рядом сидеть много. И кто именно из вас выиграет, опять-таки, это непредсказуемо. Пять, наверное, из 100 человек в попытке догнать джекпот проиграют денег больше, чем этот джекпот будет в итоге. Сколько раз твердили миру, как говорится, да? То есть я это сам лично видел много-много раз, когда вот это вот начинается охота. А это же проблема такая получается, что ты занырнул, и ты уже столько денег потратил, а он не падает, и что делать? Ну ты же не закончишь, будешь заныривать еще, пока вот он хотя бы тебе чуть, хотя бы часть не компенсирует, да? И вот это вот получается такое крутое пике. Это как кидать кубик там со 100 гранями, да, и надеяться, что выпадет 100. Ну, когда-то, наверное, выпадет, но закладываться на это и сидеть вот часами его там выкидывать — не очень интересное мероприятие. Так и тут. То есть оно тупиковое. Подписывайся на канал и ставь лайк, если понравилось. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Slot City Show.